Feelings give the best you. Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях в нашей студии в Приокском музыкальном клубе известные рязанские музыканты группы «Филинс». Это руководитель Геннадий Филин и известный итальянский вокалист Борис Савалдели. Добрый вечер. Добрый вечер, Глеб. Добрый вечер. Геннадий, прежде всего с вами давайте поговорим. Мы встречаемся с вами в преддверии большого события, творческого события для нашего города, ну и для вашей группы. Вы в филармонии планируете, уже запланирован вернее концерт, 35 лет творческой деятельности. Расскажите, что за программа для зрителей и для слушателей вы приготовили, какую программу, прежде всего, о предстоящем концерте. Угу. Ну, повторюсь, 30 марта в субботу в 5 часов вечера в Рязанской областной филармонии состоится наш юбилейный концерт 35 лет, уточню, с первого выхода на сцену. Это такой нюанс важный. С первого выхода на сцену, потому что когда-то мы были непрофессиональным коллективом, это был студенческий джазовый ансамбль Рязанского радиотехнического института. И вот пройдя через 35 лет мы попадаем на этот концерт. Что там будет? Ну я подумал, решил назвать его вперед в будущее. То есть можно было бы сделать галый концерт, в котором собрать что-то из прошлого, да. Но такие, во-первых, концерты были и несколько причем было в разные юбилеи. Вот. А во-вторых, время изменяется настолько стремительно сейчас, и все это признают. Что, наверное, более актуально все-таки задуматься о том, что мы делаем в настоящий момент и каким от этого станет наше будущее. Поэтому и принято такое решение. Соответственно, на этом концерте наша любимая публика и наши друзья, рязанцы, и не только рязанцы будут на этом концерте, увидят что? Они увидят лучшее из, из трех основных как бы, проектов группы «Филинс». То есть мы предстанем в нашем лучшем, так сказать, качестве в международном формате, потому что «Филинс» давно уже это международный проект. С нами будет наш замечательный итальянский фронтмен Борис Савалдели. И, соответственно, лучшее из нашего проекта, совместного проекта с Борисом Савалдели, ну, можно назвать его «Филинс энд Савалдели» или же более точно «Есенин джаз». Что это такое? Это часть этого проекта – это замечательные песни на стихи Сергея Есенина, сделанные в джаз-роке, в блюзе, в фанке, соул. И вторая часть – это старый итальянский джаз, вышедший из эпохи 30-х годов, который мы сделали тоже в своем стиле. вот эти две части русская и итальянская, они очень, они как близнецы-братья, очень дополняют друг друга. Одна из них лирическая, глубокая, вторая веселая, бесшабашная, задорная. Итак, первая это «Есенин джаз», Филинсен, Борис Свалдели. Вторая часть это наш проект с рязанским вокалистом Сергеем Гриматиным. Проект называется «Шедевры эстрады и популярного джаза». Я думаю, что без комментариев несколько композиций из этого проекта. И третья составляющая, тоже очень важная, и для нашего коллектива, вообще для Рязани, да и для России. Мы уже, группа Филинс уже 11 лет дружит с Охским государством природным биосферным заповедником. У нас есть замечательный проект, посвященный, так сказать, песне. Проект называется «Журавли. Мелодии заповедной мещеры». Буквально позавчера, вернее, если быть точно, 24 марта был юбилей. То есть, ну, это юбилей, это целый год. 40 лет со дня основания питомника редких видов журавлей в Окском государственном природном заповеднике. И мы имеем к этому непосредственно отношение. Вот, у нас есть замечательная песня. И в концерте 30 марта будет принимать участие Наталья Богданова, певица, актриса, которая будет исполнять эту песню, и не только эту. В общем, вот я прошелся по основным, так сказать, моментом, из которых будет состоять наш юбилейный концерт. пройдемся по вехам, может быть, такой вашей истории музыкальной. Первый раз вышли на сцену в 1984 году. Вот. И очень интересно, поскольку ну, вот в моем понимании, это 1984, вообще 80-е годы, это время все-таки рок-н-ролла. А вот вы вышли как вот джазовый оркестр, эстрадный оркестр, да, вот в таком вот, в том направлении вы, наверное, играли и работали над этим. А почему все-таки джаз, а не рок? Ну, скажем так вот, почему такое направление вам э, приглянулось, и вы по жизни уже, что называется, джаз вас сопровождает? Наверное, это судьба, потому что э, скажу так, что я вообще ничего не знал о джазе, не учил, не учился этой музыки, и вообще-то я даже до, сейчас скажу, точно если быть, до 19 лет, я даже, или до 18, я даже слова такого не знал джаз. Понимаете, это вот такой вот не очень получается музыкальный. У меня только музыкальная школа была, где я, в общем-то, классические азы постигал. Про джаз не знал вообще ничего. И когда мне в 83 году, не помню уже, кто какой-то мой приятель в мои руки попала пластинка знаменитой джазовой вокалистки, и я увидел там одну композицию "Just one of those things". Она даже называется так, одна из этих вещей <laughs> джазовых, наверное. И а, она послужила каким-то катализатором, невероятным причем творческим катализатором. И в голове моей чего-то там открылось, шлюз какой-то, да, вот через вот этот вот резонанс. Тем более я родинство заканчиваю. Мне понятно, что все процессы, они в результате резонанса происходят <laughs> физического. Открылся творческий канал, и я начал сочинять музыку джазовую. И она полилась из меня. И что самое интересное, я не знал как ее воплотить. Но она была настолько красива, очаровательна, слышал ее, никто ее, кроме меня, естественно, не слышал, поскольку она внутри меня жила. И она стала той силой и той любовью, которая вот меня стала толкать на то, чтобы я создал группу, не знал, как это делать. Ну, в моей э -э группе, в которой я учился в институте, я имею в виду, образовательной группе, да, был парень Сережа Тишкин, который ходил, занимался в кружок музыкальный, к Анатолию Петрову есть такой трубач. Рязанский в ДК-приовском в ДК работает в оркестре, возглавлял оркестр, очень много этот человек сделал для Рязанского джаза. Так вот Сережа Тишкин ходил к нему в кружок и на барабанах играл. Он что-то знал о джазе больше меня. Вот, мы подбили еще одного парня из нашей группы, Сережу Никишкина, который на, на бас-гитаре играл, вообще пел только дворовые песни и в какой-то рок-группе там самодеятельно играл, но ничего не знал. Он сразу согласился, но предупредил, что говорит, я, я абсолютно ничего не знаю, вот мы такие. И потом следующим мы подбили Стаса Глушенкова, знаете, тоже такого музыканта рязанского. Вот, и вот с этим багажом мы начали репетировать. И еще один факт скажу. Ирин Германовна Бубенкова в студенческом клубе Рязанского радиотехнического института работала. У нее муж был музыкант известный на тот момент уже. Они играли фьюжн, настоящий джазовый фьюжн, джаз-рок фьюжн. И она очень хорошо знала, насколько сложна музыка джаз. И ей было так смешно, что такие вот ребята зеленые пришли и говорят, мы в джаз хотим играть. Она предупредила. Хорошо, Репетируйте, но через полгода я устрою прослушивание, и если мне не понравится, то извините. Вот, она пришла через полгода, и мы сыграли пьесу «Весенние зарисовки», которую все эти полгода одну единственную репетировали. <репетировали> вот. И она услышала настоящую музыку, она была потрясена, глаза ее округлились, я очень хорошо это запомнил. И она, да, да, конечно же, идите на конкурс. Мы пошли на конкурс, заняли там первое место. И так вот началась, так сказать, история группы «Филинс». Вышли, мне, вышли мы на сцену, как раз где-то, вот получается, мне сейчас эта мысль пришла, где-то в районе 24-25 марта 1984 года, а сейчас вот юбилей, юбилей Журавлины. Как-то это все связано, какая-то журавлиная тема связывает. Вы прошли достаточно долгий путь от вот такого, можно сказать, любительского да, коллектива до вполне такого устойчивого, профессионального. Какие-то проблемы на этом пути, понятное дело, были. Вот что-то может запомнить, потому что все-таки 90-е годы вы прошли. Это время совсем там было не до музыки в нашей стране. Вот какие тяжелые были времена, когда хотелось все рукой махнуть и бросить? Вообще такое случалось. Рукой махнуть, бросить... Конечно, у любого творческого человека такое бывает. Вот. И, конечно же, у меня были такие переломные моменты, когда я все это переосмысливал. Бросить музыку, такого мне в голову никогда не проходило. Я ради этого бросил все остальное. Я ушел из Рязанского радиотехнического института на, том, на тот момент, когда у меня была написана диссертация. И я принял решение, я просто встал из-за стола, из -за своего научного, и где в ящике у меня были еще 12 целых авторских свидетельств и патентов, я изобретатель. Вот. Я встал и ушел. Потом точно так же я неожиданно бросил <laughs> свой бизнес, потому что меня стал он тяготить. И я сделал выбор в сторону музыки, хотя было очень страшно. Бросить музыку, такого никогда не было. Но были моменты, когда ты упираешься как лбом в какую-то стенку. Мы же творческие люди несем миру то, что мы творим, и наша задача выпустить в мир наше творение, чтобы люди его восприняли как минимум, услышали. Естественно, хочется быть услышанным. И бывали моменты сложные, когда упираешься во что-то, нет движения, кажется тебе, да. На самом деле это какое-то испытание, которое проверяет на прочность твое творческое горение, да, потому что мы должны быть устойчивы, вообще на ногах стоять для того, чтобы даже просто в жизни выпустить свой собственный творческий проект. Такие моменты, конечно, бывали. Бывали моменты непонимания и в коллективе, естественно, да, любой коллектив, это что не ты один, это много людей со своими проблемами, со своими пожеланиями, вот, и эти проблемы в определенный момент могут накапливаться, да, они требуют разрешения, и, собственно говоря, от того, как ты, как руководитель, допустим, даже, да, просто ведешь себя в этом коллективе, зависит и будущее этого коллектива, выберут ли музыканты дальнейшее развитие в этом коллективе, да, или они разбегутся по какой-то причине. Здесь очень много нюансов. Конечно, что-то было, но, видите, 35 лет настало. Вот. Сейчас опять такой сложный момент, явно сложный момент. И в этот момент нужно найти шаги, нужно, наверное, свое сердце больше всего раскрыть для того, чтобы дальнейшее что-то произошло. Ей назвал, обострил ситуацию, назвал вперед в будущее для того, чтобы самому суметь сделать какой-то шаг, потому что, как в той песне у Макаревича, вот он новый поворот. Но не поймешь, пока не повернешь, что там, да, там пропасть какая-то. Вот, соответственно, мы проходим через эти моменты. Посмотрим, что будет дальше, не знаю. У нас в студии присутствует известный итальянский вокалист. Сейчас мы с ним поговорим. Наверное, он уже немножечко подустал от нашей беседы. Борис, расскажите о том, как вы пришли в джаз. Геннадий сейчас очень подробно рассказывал об этом, о своей любви к джазу. Давайте об этом вот с вами поговорим, о джазе. Как вы пришли в музыку и в джаз. So, добрый, добрый вечер, прежде я всего. всего. Я And, uh, сам I выходец из музыкальной, музыкальной семьи. У меня отец не профессиональный музыкант, и мой дядя тоже не профессиональный музыкант. Мой папа играет на тромбоне, а мой дядя играет на саксофоне и на трубе. И поскольку я рос в окружении музыкальных инструментов, я постоянно с этим соприкасался. У нас были скрипки, и фортепиано, и мандолины. И когда я был маленький, я просто брал, играл на этих инструментах, не имея никакого представления о том, как нужно правильно это делать. Просто брал и играл. И, вероятно, наверное, все-таки начал с фортепиано. Мне было лет 10 тогда. Первые серьезные занятия происходили именно на фортепиано. И я уделил этому где-то три года. Также я занимался на трубе, на барабанах и на бас-гитаре. Но настоящая любовь случилась у меня с моим главным музыкальным инструментом, с моим голосом в 14 лет. И тогда, конечно же, была волна рок-музыки, поэтому это именно то, с чего начался мой путь. Также в это время я начал изучать и классическую музыку, классическую подачу. Тут как бы сошлись вместе два пути. С одной стороны, я хотел быть вокалистом, в первую очередь рок-вокалистом, потому что любил рок-музыку и начал петь поэтом. В то же время мой учитель по классическому вокалу видел меня как тенора и занимался со мной в этом ключе. И в то же время, когда мне исполнилось 15 лет, произошло одно интересное событие. Я впервые узнал, что такое джазовая музыка. Я услышал имя Марка Мерфи. Я пошел в магазин, купил пластинку виниловую, поставил ее. Впервые услышал его голос. И я понял, боже мой, это действительно что-то. Я хотел бы петь так же, как он. What the hell is this? I mean, it was really a lightning strike to me. That voice was something I've never ever listened before. That was the beginning of my love of this incredible music. Так и началось мое знакомство с джазовой музыкой, прослушивание этой пластинки. Через uh, где-то 10 лет я встретился с Марком Мерфи уже лично. Впоследствии uh, я стал не только учеником Марка Мерфи, но также его близким другом. Спустя 10 лет Марк Мерфи стал не только моим учителем, но также uh, близким другом и человеком, который был моей правой рукой, на моей свадьбе.

Скажите, а вот как вы познакомились с Геннадием? Потому что вот мы в Рязане о вас узнали только тогда, когда вы стали совместно выступать у нас в нашем городе, на других площадках. Как познакомились с группой Филинс? Наше знакомство произошло пять лет назад. В тот момент я был в туре по России, и Геннадий был тем человеком, который пригласил меня выступить и сольно в Рязани Геннади и сделать концерт. У меня был ночной поезд до Нижнего Новгорода. Времени оставалось совсем немного для сна, поэтому мы решили его провести за общением. Поэтому мы поехали в гостиницу, чтобы попить чаю, побеседовать с ним и с его дочерью Юлией, которая является его помощником. И будучи в отеле, когда мы общались, Геннадий сказал, что ему очень нравится мой голос, что он является бэнд-лидером, его группа называется Филинс. И у него есть проект, который посвящен творчеству Сергея Есенина, и он бы хотел сделать что-то совместное. Эта идея показалась мне очень интригующей. Конечно, в тот момент я скорее знал больше Маяковского, нежели Есенина, и читал его поэзию. Я сказал, да, почему нет? Мы обменялись имейлами, e номерами, телефонами, решили остаться в контакте и обсуждать дальше проект. Когда я вернулся в Италию, я сразу связался с близкой подругой моей бывшей жены. Она э, сказала мне, кто такой Есенин. Сразу начала рассказывать о том, какие прекрасные у него стихи. Она также сказала о том, что есть потрясающие переводы Есенина на итальянский язык. И как только я узнала о том, что у Есенина есть прекрасные итальянские переводы, я сразу же решил купить эту книгу, приступил к чтению и открыл для себя совершенно новый мир. Конечно, это было совершенно не похоже на моего любимого Маяковского, но при этом стихи были настолько потрясающие, что я тут же написал письмо Геннадию и Юли и предложил, а почему бы вместе с русским вариантом стихотворений и с английским переводом, не сделать еще песни на итальянском языке. И вот, собственно, эта идея реализуется. И, yeah. вероятно, это именно то, что нас объединяет, это общее осознание того, что Есенин, который может, может быть донесен до аудитории во всем мире в трех Версиях и на русском, и на английском, и на итальянском языке. Это просто потрясающе. Таким образом мы делаем этот проект достоянием всего мира. И это, пожалуй, то чувство, вот эта игра слов, филин feeling, филин да, игра слов. Это действительно очень здорово. Устроиться над твоей штучкой тот вечерний несколько саней супей, пишет мне, что ты я ты помог. Загрустил ошибка обо мне, что ты часто хобе. Геннадий, я знаю, что вы с проектом «Есенин джаз» путешествовали по Италии, но, можно сказать, не путешествовали, а давали несколько концертов, да, возможно, тур даже был, да, как это правильно можно охарактеризовать. Я так понимаю, по приглашению Бориса это все произошло и состоялось, да? Нет, не совсем так. Это был два фестиваля, во-первых, в двух раз совершенно разных городах и совершенно разные фестивали. Первый фестиваль в городе Спалета, Спалета Европа Арт, и этот, этот фестиваль делали наши соотечественники, хотя он был международный, вот. и он объединял разные виды, так сказать, разные выражения культуры, разные виды искусства и живопись, и, и музыку. Второй фестиваль это был, собственно говоря, уже джазовый фестиваль. И он проходил в городе Навара, Навара джаз, так и назывался. Но здесь совершенно удивительная история. И этими удивительными историями наш проект «Есенний джаз» просто вот пронизан буквально. История такая. У Бориса есть один приятель, знакомый. И у него какие-то связи были с Россией. И Борис ему говорит, а где у тебя в России? Он говорит, да, какая разница. говорит, небольшой город под Москву, под Москвой, ты не знаешь. Вот. Ну, а ты скажи, какой город. -то Он говорит, да, какая тебе разница. Все равно ты не знаешь, не запомнишь даже. Ну, скажи, какой город. -то Он говорит, да, Рязань. Есть такой город, в 200 километрах. Борис такой, ну, надо же, говорит, Рязань. Я говорю, как раз с Рязанью, как моя вторая родина теперь уже. Вот. И... Выясняется, значит, что у этого человека, у приятеля Бориса, партнерские возношения по бизнесу с Рязани. Что он, оказывается, невероятно любит Есенина. Но что самое интересное, именно этот человек является организатором джазового фестиваля в городе Навара. И, и ладно бы все, ничего. В этот момент мы как раз едем выступать на фестиваль «Триумф джаза», который устраивает Игорь Бутон, Самый крупный и крутой фестиваль в нашей стране, собственно говоря, мирового уровня. И все бы ничего, и этот человек оказывается именно в это время, вот именно здесь, представляете ли, в Рязани, в России, и приезжает на этот фестиваль «Триумф джаза». После чего мы сразу приглашены на фестиваль в город Навар, и вот мы там. Хотел всегда уточнить о разнице, о разнице в культурах. Понятное дело, что Есенин нам-то он очень близок, и ну, мы, в общем-то, понимаем, о чем он в своей поэзии Говорил и воспевал наш, да, наш Рязанский край, нашу природу, в общем-то, нашу землю. А как воспринимают это за рубежом? Понятно. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что Есенин все-таки поэт универсального плана, то есть, и э, вот вы говорите, что его все тут любят и понимают, если бы было так, то сто лет бы его не запрещали бы, практически он, по сути, был запрещен и, и, и как бы недопризнан и так далее, то есть и в школе его факультативно изучали и все такое прочее, мы знаем, о чем речь, и только последние годы, подчеркну, последние годы, это еще 10 лет еще не прошло, ему уделяется уже то внимание, то и это время еще только наступает. Я думаю, 2020 год, вот он, наверное, расставит мест, э, здесь точки над «и». Вот. Поэтому, это поэт запредельности, и нет однозначности в его восприятии, потому что Есенин пишет о тех вещах, которые выходят за рамки общепринятых пониманий, поэтому его не признают, но одновременно поэтому так много людей находят что-то ключики в своей собственной душе. Именно, наверное, поэтому на его 300 с чем-то стихов написано уже официально, только зарегистрировано более 5000 песен. И, наверное, поэтому это самый переводимый поэт из всех русских поэтов на зарубежные языки. Их уже более 150, на который переведен Есенин. Поэтому, поэтому мы делаем проект «Есенин джаз». Борис сказал о том, что вот на, пожалуйста, на итальянском, на английском и на русском, да, и мы выносим сразу на весь мир. Это происходит потому, что он может быть воспринят и будет воспринят, поэтому наш проект обязательно получится. И что еще важно сказать, вот мы видим, сколько музыкантов уже приняло участие, исполняющих мелодии, есенинские мелодии, да, в джазе, там, в джаз-роке, в фьюжн и так далее, из, из четырех стран мира уже. Поэтому я думаю, что это получится, и мы видим, как это получается уже. Давайте поговорим еще о других ваших проектах, а еще двух, о которых вы говорили в начале: это про ну, сотрудничество с Окским биосферным заповедником, как я понимаю. Вот. Как эта идея родилась? Это экология, окружающая среда вас эта тема волновала, беспокоила? Почему именно журавли, именно Окский биосферный заповедник? Тоже интересная совершенно просто судьба история из жизни ну я очень люблю природу и черпаю в этом вдохновение не просто глядя на природу, а <связываю> чувствую какую-то острую взаимосвязь с этим 40 лет своей жизни занимался рыбалкой потом неожиданно вот также оставил в пользу какого-то внутреннего духовного импульса вот. а с журавляем получилось так это удивительная история. Мне позвонил один человек, уже пожилой, но я знаю его с детства, потому что мои семьи дружили. И мои родители работали на Рязанском приборном заводе, и он также, Анатолий Морозов его зовут, работал на, природ... на приборном заводе. Он мне позвонил, говорит, Ген, я написал песню, вернее, написал стихи, посвященные журавлям, а у него домик в Спасклепиках, и в полях он каждую весну наблюдает, как прилетают журавли. Ну... Душа запела, написал стихотворение. Он вообще стихи пишет о природе. Вот. И он говорит, мне не просто, говорит, мне сразу песня получилась из нее. Послушаешь? Пришел ко мне, напел мне эту песню. Я сразу ее хорошо, я сразу ее записал в компьютер. Напел он ее как мог. Я даже практически ничего не понял. Ну, смотрю, стихи душевные. А он напел и спрашивает, Ген, как думаешь, давай говорит, сделаем, запишем ее, что-нибудь вдруг у нас получится. А я слушаю, с одной стороны, я как бы не понял толком-то даже мелодию, а с другой стороны, что-то мне моя, моя интуиция, мое подсознание мне говорит, да, получится что-то. И дальше совершенно неожиданно, прямо вот в течение там двух-трех дней начинает ситуация разворачиваться. Мне звонит другой мой приятель, ваш коллега телевизионный Жора Сытник, Георгий Сытник. И он долгое время уже до этого сотрудничал с Окским заповедником. Сам он видеооператор хороший, очень высококлассный. И он говорит, Гена, вот в заповеднике через, пару, через неделю будет мероприятие, фестиваль в рамках вообще всемирного парада парков национальных, посвященный журавлям. Может быть, вы говорит, съездите, выступите просто так, бесплатно там, поддержать движуху. И я чувствую, что что-то начинает выруливаться, думаю, журавли. Нас зовут. Я сразу соглашаюсь, говорю, да, Жор, мы приедем, и говорю, есть песня даже, но песни еще не было в этот момент, потому что я, повторюсь, не понял даже, как она звучит. Но я послушал, обратился еще к рязанскому одному аранжировщику, Эдику Кальченко, и, значит, мы быстро делаем аранжировку, приглашаем для записи Диму Елькова, еще одного музыканта и саксофониста, и едем в заповедник, делаем песню в короткий срок, вот. А дальше такая удивительная история. Значит, вообще все, все мероприятие было посвящено одному всего лишь журавлику, про которого снималось кино. То есть смысл был в том, что в вольере, в питомнике с журавлями, журавлями была установлена видеокамера и снимала все этапы, как журавлик снесла яйцо, как журавлик вылупился из яйца, как он рос, как его поставила мама на крыло, потом его выпустили в дикую природу. Целый год документальный фильм. И вот мы в заповеднике, в правлении проходит концерт, торжественная часть, Дмитрий Ельков поет впервые песню «Журавли». Во время второго куплета открывается дверь, вбегают дети и кричат «Журавлиха снесла яйцо!» Вот представляете? И вот дальше 11 лет нашего постоянного ежегодного взаимодействия с заповедником. Был целый еще ряд этих удивительных историй, и вот эти истории, они даже попали в Рязанский туристический гид по Рязанской области, когда было 80 лет заповеднику, Борис Савалдели принимал участие в юбилейном концерте, вот, и сейчас вот новый этап развития, так сказать, всей этой истории уже совпадает 40 лет журавлиной истории в заповеднике и 35 лет с первого выхода на сцену группы «Фильмс». Посмотри, посмотри, журавли полетели. Геннадий, ну что ж, наше время неумолимо подходит к концу нашей передачи. Давайте еще раз пригласите рязанцев, ваших поклонников на концерт, посвященный 35-летию вашей творческой деятельности. Ну и, может быть, Борис пару слов тоже добрых и теплых нам сейчас скажет. Дорогие друзья, дорогие рязанцы и гости нашего города, мы, группа «Филинс» и Борис Сувалдели, мы приглашаем вас на свой юбилейный концерт – Посвященный 35-летию с нашего первого, с первого выхода группы Филинс на сцену. Концерт состоится в субботу, 30 марта в 17.00 в Рязанской областной филармонии. Приходите. Будет очень много интересного. Будет новое. Естественно, мы исполним. Ну, я, я скажу так, наверное, процентов 40 на концерте будет нового. Так что даже те, кто хорошо знаком с нашим творчеством, почеркнут нечто новое. Поэтому мы вас ждем. Приходите. Будет очень интересная программа, яркая. Приходите. Борис, в эту субботу состоится концерт, посвященный 35-летию творческой деятельности группы Филинс. Что ждете от этого мероприятия? Что ждете от этого концерта? Я ожидаю от этого концерта то, что мы получим все очень большое удовольствие. Это то, по какой причине я вообще исполняю джазовую музыку. И каждый раз, когда мы собираемся с ребятами на сцене, мы всегда получаем удовольствие и радость. И я считаю, что и в этот раз будет точно так же для группы Филинс, потому что они отмечают 35-летие. Также он особенный для меня, поскольку впервые за всю историю мои родители приедут из Италии в Россию. Это их первая поездка за границу так далеко, и они впервые посетят концерт, мой концерт, за пределами родной страны. Ну что ж, были рады вас сегодня у нас в студии видеть. Желаем вам удачи, замечательного концерта, надеюсь, как можно больше жителей нашего города его посетит и о, послушает песню, ознакомится с вашим творчеством, станет еще большими вашими поклонниками. Спасибо, что пришли, до свидания. Спасибо вам. Спасибо, уже. до свидания.